Региональное отделение «Единой России» запустило бота «Диктант Победы Подмосковья», который поможет будущим участникам подготовиться к диктанту, причем в игровом формате. Мы запустили бота в Telegram, чтобы у желающих принять участие в просветительско-патриотической акции была возможность предварительно оценить свой уровень эрудированности, прокомментировал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Напомним, Всероссийский исторический диктант Победы состоится 3 сентября.